Выборчий участок номер один по выборах президента Республики Беларусь. Без 5:08. Выборчая комиссия и назиральники у полном складе. Скриня для голосования опечатывается. С 8:00 на участок начинают приходить выборщики. У лику перших и старшиня областного выконавчего комитета Анатоль Ліс. Повиншававши члена выборчей комиссии с головной политической подеей года, керовник в области выконал свой громадянский обовязок. Избирательная кампания проходит в установленном законе порядке. Значит, люди активно принимали участие в досрочном голосовании, которое вчера закончилось. Я уверен, что и сегодня абсолютное большинство наших граждан, оно придет на избирательные участки и отдаст свои голоса. Я голосовал за нашу страну, стабильность, порядок. Я считаю, что каких-то перемен кардинальных сегодня нам не нужно. В стране мы должны то, что имеем, сохранить, ну и, естественно, приумножать это хорошей, прежде всего, работой. Керовник в области так само погутарыў з назіральнікамі ад выканаўчага камітэта СНД, пацікавіўся ўражаннямі ад рэгіёна і хода выбарчай кампаніі. За выбарамі ў Брэсцкай вобласці назіраюць як нацыянальныя назіральнікі, іх 7690, так і міжнародныя. Мы сегодня посетим 8 участков вот здесь, в Бресте. Но судя вот по вот этому участку, видно, что здесь организовано все хорошо. И я надеюсь, что будем мы свидетелями очень грамотно, демократично проведенных выборов. У выборчей гонцы удельничают 5 кандидатов. Как выбрать будущень Украины, громадяне активно принимают удел у голосования. На участку номер один у списи выборщиков 1660 человек. 282 с выбором вызначились о загодя. За будущее наше. Будущее молодежи, независимую Беларусь, обеспеченную, богатую. Тут долг каждого человека выразить свое отношение, так скажем, к данной избирательной кампании и в самом деле вложить, то есть выразить свое участие так, в дальнейшем развитии нашей страны. За что ваш голос? За динамичное так, развитие вперед, за процветающую Беларусь. Я хотел бы видеть свою страну цветущей, чтобы каждый в ней радовался каждому моменту и все наслаждались жизнью в этой прекрасной стране. Я хочу, чтобы, конечно, в первую очередь у нас была такая же жизнь, какая была до этого. Я хочу такого же спокойствия на улице для своих детей. Ну, чтобы так и было. На первом выборчем участку голосование проходит у приузнятым настрое, чему сприяє и выступление музыкантов. Людмила Салдзина, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».